All right, good morning, everyone. Hi. Доброе утро всем. Привет. Let's see your Ладно. good morning. Let's see your pretty faces, please. Давайте посмотрим на ваши прекрасные лица. So today, happy Saturday. Итак, сегодня счастливая суббота. Добрый день. Мы собираемся продолжить то, что вот я рассматриваю как наиболее важная часть всего курса. И наиболее важная часть этого курса — это то, как мы на самом деле смотрим на наш мир и говорим, что вот я вижу вот это, я вижу, что вот это происходит. И это вот все знаки того, кем вы были. Это показатели того, каким человеком вы были до этого. Возможно, сейчас, возможно, до этого, возможно, целые эпохи до этого. У меня вот была такая странная вещь, возможно, вот я говорил вам, ребята, я вот писал поэзию в начале года, я писал ее очень много, и когда я это перечитывал, я даже не узнал себя. Знаете ли, это вот другая классная вещь, что вы можете быть таким вот кармическим ученым. Вы просто можете вот забыть. А семена меняются таким образом, что вы даже просто не помните того человека, которым вы были. И вот это вот очевидная вещь, если вы подумаете о всех своих прошлых жизнях. Кто может помнить свои прошлые жизни? Возможно, какие-то люди помнят их. Но в целом семена меняются настолько, что вы не помните. Упс, я даже вот не помню, кем я был 9-10 месяцев назад. Как вы можете тогда запомнить, кем вы были поколение назад, целые эпохи назад, поскольку все меняется очень быстро. И вот этот банковский счет, которым у вас вот открыт депозит, откуда раскрываются семена, и это было создается на протяжении многих эпох, и вот вы можете посмотреть на окружающую среду в целом и получить впечатление о том, кем вы были. И тогда вы получите вот инсайт того, что вам нужно делать по-другому. Что нужно делать мне, чтобы предотвратить, чтобы эти вещи снова происходили, чтобы эти семена исчерпали. Что я могу сделать сейчас, чтобы предотвратить те вещи, которые мне не нравятся? Во-вторых, что я могу сделать сейчас, чтобы сделать то, чтобы все стало лучше, чтобы был более лучший опыт? Что бы вы хотели создать? И вот эти вещи, они не настолько очевидны. И это вот становится очевидно, когда мы понимаем, какие кармические корреляции есть. И это вот такое ощущение, когда вот у вас есть вот это видение. Мы вот говорили об этом видении. О, я собираюсь стать Буддой. У меня есть желание стать существом, которое заботится о каждом живом существе. И у меня есть это желание. Надеюсь, что у вас тоже это есть. Я хочу увидеть пустоту напрямую. Но это настолько большое. Реально? Вот, возможно, вы немножко другие, чем я. Но вот если я буду действительно откровенен с собой, я такой... Что же это на самом деле означает?
Что это означает заботиться о всех живых существах? Это так много. Их так много. То, что мы делаем, чтобы быть способными, чтобы начать создавать это, что мы можем начать делать, чтобы создавать это? И мы продвигаемся шаг за шагом. И в этом суть кармических корреляций, чтобы создать будущее, которое вы хотите. Возможно, вы подумаете, что это несколько эгоистично, но на самом деле это не эгоистично. Это те вещи, которые хороши для нас. Что благотворно для нас? Это семья, возможно. Возможно, деньги. Энергия. Возможно, ваше тело требует того, чтобы быть более здоровым. Определите, что это. И это не настолько эгоистично. Почему? Почему? Поскольку вы помогаете другим людям получить то, что вы хотите. Вы на самом деле даете хорошие вещи другим людям сначала, в первую очередь. И это не проблема, так что это не эгоистично. Но вот представьте вот этот вот совершенный рай. Это вот слишком много для меня, поэтому я работаю просто над миром, который прямо передо мной. И это вот то, что мы исследуем. Мы исследуем вот топ-10 вещей, которые вы можете делать, которые на самом деле намного сложнее, чем они звучат. И в то же время они могут быть достаточно простыми. И это создает основу для того, чтобы проявляться для вас. И давайте обозрим то, где мы находимся, и продолжим. Итак, чтобы это был не сюрприз на сегодня, снова мой учитель преподает сегодня в начале часа, поэтому у нас будет только часовое занятие сегодня. Хорошо, давайте пройдемся по материалу. Итак, первое. В негативном смысле первая вещь — это не причинять, это, ну, говорится о том, чтобы не убивать. Не убивать живых существ. Но, возможно, если мы немножко по-другому об этом подумаем, то не причинять вреда живым существам — это уже немножко другой круг. Не убивайте живых существ, включая себя. Не стимулируйте других совершать это. Не идите в магазин и покупать гамбургер, который вы потом, как само собой, что это предполагает, что кто-то должен убить корову, чтобы предоставить вам этот гамбургер. И вот быть вегетарианцем не значит, что быть вегетарианцем — это единственная опция, но вам нужно подумать об этом. Суть в том, чтобы не причинять вреда другим людям, защищать жизнь других людей. Не делайте маленькие вещи, которые могут причинить вреда другим людям. Тогда вы не придете к тому, что вы... Тогда вы не будете никого убивать. И это первое. Защищать жизнь. И что это означает — защищать жизнь? И почему защищать жизнь — это будет причиной для того, чтобы... Для Буддовости. Почему, если мы вот убьем вот всех тех, кто создает нам проблемы, они же просто исчезнут? Не публикуйте это в социальных сетях, не выдергивайте то, что я говорю, из контекста. Почему бы вообще не убить всех людей, которые нам не нравятся? Тогда их больше там же не будет. Извините. Я вот с 4:30 уже проснулся. Я вот единственный, кто должен был встать в такое дикое время.
Это все верные ответы в чате. Нет, нет, я имею в виду, конечно. Какой кармический результат убийства? Да, вот вы отгадали, Трейс. Ваша жизнь будет короткой. Вы пойдете в низшие сферы существования, и это ничего не имеет общего с другими людьми. Это вот эгоистичная часть этого. У вас будет короткая жизнь. Если вы хотите стать существом, который способен существовать всем существам в определенный момент в прошлое, настоящее и будущее навсегда, не делайте жизнь других людей, чтобы они не длились вечно. Это вот вещь в прямом и обратном направлении. Это не только эгоистичное намерение. Это вот блокирует вас, это блокирует их. Это верно в обоих случаях. Итак, я не провожу то же самое снятие, перейдем ко второму. Не берите те вещи, которые не были даны вам. Итак, не... не берите что-либо, что не было дано вам другим человеком. О, Анастасия, о, пойти украсть $1 миллион из банка. Итак, она вот украдет $1 миллион и даст мне, и она даст это мне, и она дала это мне. Определение не брать что-либо, что не, тебе не дано. Вот на дебатах это вот очень весело. Вы можете подумать об этих вещах. Не берите вот то, что вот люди, это вот то, что мафия делает. Вот мафия-босс ничего не делает плохого. Вот почему мафия-босс, он возглавляет эту мафию. Я не делал это, я не украл это. О чем вы говорите? Я не делал этого. О чем вы говорите? Их руки чисты. Но, возможно, у них есть кто-то, кто для них это делает. Хорошо, итак, третье. Мы провели много времени над этим. Перед этим, как я продолжу в этом, подумайте о положительном, защищать имущество других людей, собственность других людей. Если кто-то хочет, чтобы их вещи были защищены, помогите, чтобы их собственность была защищена. Итак, третье, оно, это вот множество форм неправильного сексуального поведения, что в целом означает нарушение отношений других людей, что в целом означает это не вовлекаться в отношения с кем-то, у кого есть партнер, или если у вас есть отношения, то не вовлекаться в отношения с кем-то другим. У меня вот был интересный вопрос, у меня вот возник вчера. Что вы делаете в тех культурах, которые более полигамные? Например, один муж с множеством жен, или одна жена с множеством мужей, что-то подобное. Как быть в таких культурах? Ну, я вот думаю, что это неуважительно. И что бы вот там делать? И давайте вот быстро это проанализируем. Вот сложно судить о культурах людей, но если это согласие, и все находятся в согласии, все знают, что происходит, и они согласны с этим,
Если это не причиняет боль никому, я не знаю. Но это выглядит для меня, что вот эти типы культур, особенно там, где вот в некоторых культурах это вот на самом деле не такая большая вот вещь на самом деле в мире. Но вот то, где это широко распространено, это где мужья женаты, и это нормально иметь любовниц, то есть это отношения на стороне, это в зависимости от того, с кем это вот нормально. Есть вот культуры, где мужчины просто ведут таким образом, и все просто принимают это. Приемлемо ли это? И буддизм достаточно прямолинеен в этом. Если людям причиняет это боль, если вы находитесь в отношениях, где у вас есть обязательства, если вы что-то делаете с другим, и это делаете, и у вас есть что-то на стороне, то это неверно. Вам нужно подумать о карме об этом. Карме этого. Какие семена вы создаете? Вы создаете разделение, вы создаете зависть. Вы создаете ощущение боли и страданий и неуважения. Это вот все зависит от того, как вы чувствуете. Вот как вы ощущаете? Вот если вы изменяете, то как вы ощущаете? Кто-то ощущает себя хорошо. О, наконец-то я могу обмануть этого человека. Но то, как вы ощущаете себя, это также будет уникально для тебя. Что это делает для тебя? Ощущаешь ли ты себя завистливым? Неуважение? Болит ли ваше сердце от этого? Я не знаю. Вы думаете, что у вас есть вот личные отношения, где вы можете говорить обо всем? Что, если вы привлечены кому-то, а вы находитесь в отношениях, в которых у вас уже есть обязательства? Но если у вас был вот этот разговор, «О, у меня есть вот это влечение кому-то», «О, это будет достаточно сложный разговор», но, возможно, это достаточно более простой будет разговор, чем когда ваш партнер бы изменял вам с кем-то. Это вот не всегда белое и черное. Нет ничего абсолютно белого и черного. И когда вы соединяете все правила, вина, обеты, бодхисаттва обеты и тантрические обеты, и кладете их все в книгу, где моя книга? Моя книга сейчас находится в автомобиле. Они мокнут под дождем. Мои обеты могут намокнуть немножко. Итак, вам нужно на более тонком уровне подумать о том, как вы относитесь к другим людям, как вы заботитесь о своих собственных желаниях и о желаниях других людей. А какое желание вашего партнера, как оно возникает у вас, если ваш партнер не флиртует с кем-то, а просто разговаривает с кем-то? Возможно, они разговаривают с каким-то коллегой, и они просто смотрят на коллегу. О, возможно, этот коллега более красив, чем я. Он что, флиртует с ним? Он выглядит как счастливым, но посмотрите на его язык тела. Интерпретируете ли вы это как флирт? Если вот вы говорите, о чем вы там вообще разговариваете, и тогда вот вы начинаете конфликтовать, и так вот возникают конфликты. Какие эмоции возникают у вас? Когда вы завидуете, или когда вы не находитесь в безопасности, или у вас нет вот этого взаимодействия таким образом, как вы хотите, или
Вот, когда он видит кого-то, ваш муж, и это не относится к вам, и это могут быть очень тонкие такие моменты. И поэтому нам надо быть очень осторожными с тем, что мы думаем, говорим и делаем. Когда вы проживаете зависть, пронаблюдайте, где вы сами создаете причины для этого. Но это не означает, что у вас не должно быть разговора, но то, как вы проведете этот разговор. О, привет, когда я вот проживал зависть, возможно, это было вот неудобно, и просто пронаблюдайте это, и это может быть достаточно сложно, поэтому я думаю, что вот сексуальное неправильное поведение, возможно, это номер один. И кармически номер один, конечно, это убийство, но вот отношения — это тоже очень тяжело. Это вот очень сложно. Наша сексуальность и наши желания и наши правила, наши культуры и поведение — все вот эти вещи, они очень сложные, и они собраны вместе, и они вот готовы, чтобы запустить этот огонь. Целые страны, люди могут просто потерять свою работу из-за вопросов касательно в этой сфере. Вот в США это больше уже не проблема. Но вот обычно иметь какие-то отношения с кем-то на работе, это вы можете потерять свою должность, вы были выбраны куда-то, на какую-то позицию, и вступая в не те отношения, вы можете потерять свою позицию. Моя мама не голосовала за Хиллари Клинтон. Почему? Поскольку она сказала, что Хиллари Клинтон не... Поскольку Хиллари Клинтон не бросила своего мужа, когда она узнала, что у него были отношения, когда он был на своем посту. У Билла Клинтона, это экс-президент США, у него были отношения во время поста президента, и это было просто большое событие. И вот что-либо, что происходило в тех отношениях, они все равно остались вместе. Мы не видели, что происходило на заднем фоне, как они это обговорили, мы не видели их разногласий, мы ничего из этого не видели. Но и в уме моей мамы, поскольку Хиллари Клинтон не бросила своего мужа за то, что он изменял ей, моя мама решила не голосовать за нее. Моя мама решила, что это неправильное сексуальное поведение. Я не говорю, что это какое-то осуждение каким-то образом, но это ее опыт этого. Это глубоко в нас внедрено. Поэтому вам нужно подумать об этом. То, что я подытоживаю, это подумайте об этом, медитируйте об этом. То, как это влияет на вас, как влияет на вас и на других людей. И вот то, как вы это можете вот оценить таким образом. Как это влияет вас, если вы видите других людей? Как вы думаете, как вы ощущаете себя об этом? Ощущаете ли это, ощущаете ли вы себя хорошо? Что хорошо, чувствуется хорошо? И работайте над кармой там. И вот ради любви к Богу, пожалуйста, ради Бога, не делайте это по отношению к другим людям. Быть человеком — это сложно. Итак, четвертое — это касается лжи. Это вот представление в вашем уме, оно отличается от представления в уме другого, что является очень тонкой вещью. Следующая разделительная речь. В позитивном ключе это просто говорите честно. Если вы говорите честно, тогда вам не надо запоминать это. Вы говорили честно. Просто говорите честно, вам не надо запоминать это.
Тогда у вас может появиться карма, которая позволит вам запомнить все. Подумайте об этом. Итак, разделительная речь. А не говорите вещи, которые разделяют людей. Это вот было забавно. Прошлым вечером мы были здесь, в доме Стэнли и Эллисон. Мы проводили занятия университета, и вдруг, внезапно, тут произошло, что кто-то мы пытались найти информацию, и все давали один и тот же ответ на этот вопрос, но никто не знал, что мы все с ним вот общались. Вот этот человек, он писал всем нам, и он не знал, что мы здесь все вместе, и он писал нам всем. И я вот пытался быть суперпрофессиональным об этом, но я сказал в комментарии: «О, вы можете услышать об этом от этого человека, что это будет возможно». И мой друг говорит: «Погоди, погоди, они тоже написали? Он написал этому человеку». И потом мы вышли, и вдруг внезапно мы все начали говорить об этом человеке. У нас у всех был вот этот странный опыт, и это вот был странный опыт на протяжении какого-то времени, и я вот просто такой: «Ой, это вот просто вот то, что разделительная речь означает, это вот прекрасно». То есть есть группа людей, которые говорят с кем-то, с тем, кто практикует дхарму. И причем представьте, группа практикующих дхарму, и это вот действительно вот очень... И вот это вот разделение, то есть это вот не включение, вот если бы человек этот был здесь, он бы ужасно ощущал его здесь, группа людей, которые не хотят, чтобы этот человек был с ними. Их слова просто были: «О, уходи, уходи». «О, вот вы знаете, что такое дхармака? Я вот... ой, собственный полицейский дхармы. Позвольте мне что сказать. Не будьте полицейским дхармы для других людей. Не наблюдайте за другими людьми и не судите их за то, как они держат свои обеты. Если вы видите, что они причиняют боль другим, если вы хорошо держите свои обеты, тогда обнаружьте приятный способ, чтобы обсудить это. Но только если вы сами держите свои обеты хорошо. Если вы хорошо не следуете своим обетам, то это ваша проблема, понятно? Если вы придерживаетесь своим обязательствам хорошо, и вы видите, что кто-то причиняет боль другим, просто найдите время и поговорите об этом. Будьте своим собственным полицейским дармом. Итак, что я сделал в этот момент? Я развернулся и ушел. Я просто был: «Ой, извините. О, ребята, мне нужно пойти домой, мне нужно обучать утром». И я просто ушел оттуда. «О, это плохо. О, это так неправильно». Это вот что Трейси говорит: «Просто уйдите». И потом я вот не мог уйти, поскольку моя машина была заблокирована, и я вот просто подумал: у меня есть препятствие, чтобы выйти из этого омрачения. Это вот то, как это происходит. Вот серьезно. Говорите то, чтобы то, что объединяет людей. Это вот мое такое признание. В любом случае, это другая история. Жесткие слова. Используйте нежные слова. Мы говорили об этом. Даже если вы расстроены из-за кого-то, можете ли вы найти какие-то мягкие пути, чтобы выразить это? Это сложно. Это действительно сложно что-то сказать. Очень сложно быть нежным, когда вы расстроены.
Анастасия такая, да, я знаю. Вы можете? Можете ли вы самый добрый способ вот выразить? И вот то, как я нахожу, и вот это вот просто совет от меня. Просто говорите от того, как вы ощущаете, а не с того, что кто-то что-то сделал. И знаете, вот у меня был... Я вот... Вот, например, ощущаю себя расстроенным или исключенным. Какое бы ни было это ощущение, возможно, ощущаю себя недостаточно уважения или какую-то боль. И просто когда вы делитесь этим, вот то, что вы проживаете. И это вот то, что я ощущаю, и тогда этот человек знает. Они могут начать защищаться, могут начать кричать на вас, но вы можете подумать просто. И тогда они подумают, реально ли, что они думают, слушают ли они вас. Если они начнут кричать на вас, то, возможно, они не слушают вас. Но найдите способы, чтобы говорить вещи приятным образом. Мой учитель говорит мне, когда вот я не очень хорошо себя проявляю, это звучит очень неприятно. Можете ли вы получить критику красивым способом? Да, это искусство, это просто искусство. Итак, где же мы? Итак, сейчас мы это все прошли, сейчас мы можем продолжить. И перед тем, как мы продолжим, и я думаю, что это нормально, что мы берем это время. Это вот основа того, что нужно взять из этого курса. Как вы начинаете проживать это? Как вот вы это берете из занятий? Вот когда вы стоите среди других дхарма-практикующих друзей, они начинают сплетничать касательно других, и вот достаточно откровенно, он достаточно раздражительный, и Тим проживает, ощущает, что этот человек раздражителен, и что Тим наблюдает, что у всех такое же семя, у них тоже это вот такое есть раздражение, и все такие, да, этот человек такой он такой раздражительный, я не могу поверить, он сделал это, я не могу поверить, что он сделал это. О, этот человек женат. Думаете ли вы, что этот человек находит его также раздражающим? Я не могу выдержать этого человека на 10 минут, но очевидно, что есть кто-то в этой жизни, у этого человека, который живет с этим человеком, он проводит с ним более 10 минут. Да, есть кто-то, кто не находит его раздражающим. И это вот проблема. Коллективно. И вот только 10 человек. 10 человек в мире находят этого человека раздражающим. И мы работаем. И вот почему мы работаем вместе. Почему мы вместе? Поскольку у нас местная карма. Возможно, там есть миллиарды человек, которые не считают его раздражающим. А это вот вы, ребята, неправы. И это то, как формируются группы и начинаются войны. И вот может ли небольшой вот такой разговор сплетен перейти в войну? Вы, люди раздражающие, вы все поступаете так раздражающе. Они вот так поступают. Они так любят. А мы вот нам нравится вот так. Мы лучше. Мы не делаем этого. Они делают это. Вот эти они... У них всех вот эти разговоры касательно вас также проходят. Не могу поверить, что эти люди вот там думают, что они лучше, чем я. Вот почему это важно. Итак, следующая вещь в списке.
это пустословие. Когда вы делаете свои мантры, вы не думаете о ее значении, вы просто повторяете ее. Ла-ла-ла-ла, лач. Ой, что же у меня вот там в сэндвиче? Вы знаете, вот это то, что вот вы делаете. И это вот почему это разное, что это вот, ну, не адресовано к человеку, это может быть какие-то случайные вещи. Вот вы просто произносите какие-то бессмысленные вещи, вы там шутите, вы жалуетесь, все вот это вот. Сидеть в Инстаграме и пролистывать ленту. О, Тим, у ACI тогда не должно быть Инстаграма, канала, потому что мы создаем пустословие. Анастасия, извините, мы отменяем наш Инстаграм-аккаунт, поскольку мы создаем пустословие у людей. Это не то, что я говорю, конечно же. Итак, мы немножко сейчас углубимся. Что создает пустословие? Никто не уважает вас. Люди не считают, что то, что вам есть сказать, оно стоит этого. Если вы хотите быть лидером, вам нужно смотреть на то, как на свою пустословие. Говорите ли то, что вы, не имеет значения? Хотите ли вы какое-то название? Это не означает, что люди будут слушать вас. Люди вот часто получают позицию, поскольку они были хороши в одном, но не были хороши в другом. Я видел это, я делал это, я ставил людей на позицию, для которых у них не было кармы, и никто их не слушал. И это вот было как, если вы хотите быть лидером, смотрите на свое радостное усердие и то, как много вы говорите. Я вот не говорю, что не шутите и так далее. Вот есть время, когда вам нужно просто посмеяться. Но какова цель этого смеха? Или вот вы просто кто-то, кто заходит в комнату, и вы начинаете говорить о каждом человеке, которого вы видели на улице. Вам нужно подумать об этом. В вашей окружающей среде. Итак, снова вот ответы, они касаются вот урожая в основном. Но вот фрукты не растут. Они просто вот не начинают расти на деревьях или растут в неправильное время. И вот это достаточно забавная вещь. Вот фрукты должны созреть или нет. И это вот результат пустословия. Вы когда-то вот видели банан, который вроде выглядит как зревший, но на вкус был ужасный. По крайней мере, вот у меня был такой опыт. Что еще? Результат пустословия состоит в том, что нет мест для отдыха, нет парков. Нет парков прохладной воды. То, что вот вокруг вас, оно просто в целом создает страх для вас, если вы не можете найти место, чтобы отдохнуть. Просто заткните свой ум, свой рот, свой Инстаграм. Возможно, что-то находится в этом. Что относится к футболке, Трейси? Если вы не можете найти место, чтобы расслабиться, заткните свой рот. Это можно сделать такую надпись на футболке. О, а что это за картинка? О, да, я помню, про что это. Эта картинка касательно, когда мы хотим получить что-то. Вот то, о чем мы говорили, вот то, что мы делаем вот в мире, это вот действие. Вы защищаете жизнь, вы защищаете собственность других, вы защищаете отношения других, вы говорите честно, вы говорите с вовлечением, говорите добрые слова,
и говорите по существу. И следующие три — это то, что вы совершаете в своем уме. И вот эти три, если вы помните, из нескольких занятий назад, это вот основа вот этих семи действий. И вот эти три, которые мы будем обозревать, это вот, по сути, яд в вашем уме, который заставляет вас совершать действия. И вот, по сути, это зависть. Это желание иметь что-то, что есть у другого, но у вас этого нет. И что интересно касательно этого, очень много других разных компонентов этого. И вот в этой картинке вот этот человек, он этот парень, он расстроен из-за другого парня, потому что у этого парня горячая девушка. Мне нравится эта картинка, поскольку вы можете ее увидеть различными способами в зависимости от того, как вы видите, смотрите на нее. Вот почему мне нравится эта картинка. Но вот этот парень, он завидует другому парню. Они, возможно, в ночном клубе, и там горячо, и так далее. И я не знаю, там это вот то, что происходит в танцевальных клубах, по крайней мере, в моем моей фантазии. Но вот он расстроен, ему не нравится. И таким образом вот эта зависть, она очень мощная. И суть в этом в том, что и тут вот пять вещей должны быть, чтобы это совершить. Итак, первое, у вас есть привязанность к своим собственным предметом обладания, вы хотите иметь больше, есть кто-то, у кого есть желание, вы хотите, чтобы у кого есть эти уже обладания, и вы хотите это получить, и поскольку вы полностью захвачены этим желанием, у вас нет никакого раскаяния о том, чтобы это получить. Итак, вы привязаны к своим вещам, вы хотите еще больше этих вещей. У кого-то есть что-то, что у вас нету. Вы хотите, чтобы это стало вашим. И вы не способны контролировать себя без какого-то раскаяния, чтобы пойти за этим и получить это. И таким образом, этот парень, он говорит, я хочу ее, и он завидует другому парню. Если вы думаете о всех этих пяти вещах, привязанность к своим вещам, я хочу больше этого, я смотрю на вещи других людей, я хочу их вещи, и я не могу контролировать себя, и я хочу забрать эти вещи. Вещи. Я имею в виду, ну как бы, разное, это может быть разные проявления. Итак, все вот эти компоненты — это источник многих других действий. Вот почему мы используем картинку неправильного сексуального поведения. У меня есть желание. Я хочу больше желания, поскольку сексуальное желание... Обычно оно доставляет желание. Я хочу больше этого. Я вижу, что у кого-то есть желание. У них больше этого, у них есть больше этого. И я собираюсь пойти и взять это. И это также основа порнографии. Не всегда. Поскольку оно не самосуществующее. Множество порнографии относится к этому. И это форма неправильного сексуального поведения. И вы знаете, что это ненормально пойти и взять партнера другого человека, и поэтому вы удовлетворяете себя, смотря видео в интернете. Или вы берете вещи других людей, и это, поймите, что это яд. Я говорю вам о яде.
Это вот заставляет нас брать эти вещи. Как вот эти вот корреляции в вашей жизни. Итак, вы контролируемы своим желанием и никогда не удовлетворяетесь тем, что у вас есть. Отгадайте, что наш мир, наш рынок, он основан на этом. Какой у вас телефон? У вас у всех iPhone 15, вы можете продать свой телефон и получить новый. Как ваш 15-й iPhone в сентябре? Ой, я вот немножко его уронил, там царапинка, но он работает хорошо. Но не хотите ли вы iPhone 16? Продайте его. Продайте свой телефон, купите новый. И вот в окружающей среде тут вот вещь, когда вот вы знаете, когда у вас есть зависть, вам нужно ее проработать. Каждую вещь, которую вы стараетесь делать, она начинается все хуже и хуже. Вы начинаете что-то делать и проваливаетесь в этом. Например, по времени вещи становятся все хуже и хуже, поскольку вы завидуете. Без вот этой зависти, без вот этого стремления получить, то вещи начинают быть лучше и лучше. Мы закончим 10 сегодня. Следующее. Эта картинка касается плохого намерения. Весь стадион просто празднует провал команды, которая проиграла. Это вот мировой кубок. Аргентина выиграла на мировом кубке. Кто-либо помнит, кто проиграл? Я не помню, кто проиграл. Я помню, кто выиграл. Франция. Хорошо. Это была Франция? Кристиан такой, я вот не знаю, я вообще не задумываюсь об этом. Франция проиграла, хорошо. Итак, все на стадионе. Аргентина, Аргентина, Аргентина. А игроки, а кто игроки на поле? Там Франция. Вы празднуете проигрыш кого-то. И вот почему мне не нравится спорт. Мне нравится радоваться успехам людей. Как бы вот, ой, здорово, но если кто-то проигрывает, вот это просто нашим обществом уже это создано такое плохое намерение. Каждый просто радуется тем, что кто-то проигрывает. И какая кармическая корреляция, когда вот вы радуетесь тому, что кто-то проигрывает? Если вы не можете найти помощь в своей жизни, это потому, что у вас было плохое намерение. Если люди вам не помогают, когда вам нужно, вы причиняете боль, вы получаете боль. Это вот яд в нашем уме такой. Иногда мы радуемся неудачам других людей. И в вашей среде вы тогда увидите хаос, болезни, пандемии, коронавирус, COVID-19, войны, что кто-то вторгается в вашу страну. Очень много львов и леопардов, что означает диких животных опасных, змеи, скорпионы. Поскольку вы были рады тому, что кто-то проиграл, когда вот это происходило, что кто-то провалился, вы радовались этому. И это вот яд в вашем уме, в наших умах. Тогда вот вы наблюдаете в своей реальности вот эти вещи.
И номер 10 – это неправильные взгляды. Я не мог найти более подходящую картинку для этого, поэтому я вот просто палец вниз. И о чем это в целом говорит? Это вот отказ от кармы, отказ от причин и следствий. Это также говорит о прошлых и будущих жизнях и трех драгоценностях. Но эти отказы в целом основаны на карме и ее последствиях, причинах и последствиях. Вы отказываетесь от прошлых и будущих жизнях, потому что вы отказываетесь от причин и следствий. Если вы не верите мне, то пройдите курс ACI-4. Я прошу прощения, если я продвигаюсь слишком быстро, мне надо просто закончить. Итак, как вот неправильные взгляды проявляются в вашей жизни? Это более интересный вопрос. Итак, вы становитесь человеком неправильных взглядов, и вы становитесь человеком, который неправильно ведет других людей. Вы обманываете других людей, поскольку вы не верите, что то, что вы делаете, создает какие-то результаты. И вы просто вот делаете все, что вам придет, что все, что вы хотите. В конце концов, ваша карма нагрянет. И вот самое главное этим, и вот мы закончим на этом. Вы живете в мире, где единственный источник счастья потихоньку исчезает. Вы живете в мире, где люди думают, что для это нормально для президента совершить неправильное сексуальное действие и праздновать это. Или вы думаете, что нечистые вещи на самом деле хорошие? Вот, например, как Дональд Трамп. Я не говорю об этом как о политике, но вот то, что я говорю, количество сексуального неправильного поведения, о котором он говорит, и это вот окей, и это вот все нормально, и люди хотят этого. Это вот из-за кармы, карма отказа от причин и следствия, и поэтому это создает карму, что у вас есть коррумпированный президент в вашей стране. Это вот достаточно печальный мир. И это достаточно печальная вещь, что некому пойти, никто вас не может защитить. И противоположное этого. И противоположное этого. Если вы понимаете вот эти два последних занятия как основу, если вы понимаете, используя свою логику, свою медитацию, увидеть то, как все причины имеют последствия, и все, что вы проживаете, оно все происходит из предыдущих причин, то есть то, как вы обращались к другим людям в прошлом. И жить таким образом может создать рай, может создать противоположное, поскольку тогда вы начинаете с 10-го, и ваш мир становится причиной и следствием. Все, что вы говорите, все, что вы делаете, оно создает результат. Вот давайте посмотрим на мой ум. У меня очень много зависти, у меня очень много плохих намерений. И вот этот яд в моем уме, которым я мотивируюсь, услышать какие-то злословные разговоры вовне. Я вот мотивируюсь тем, чтобы не защищать жизнь других людей, не заботиться о собственности других людей, об отношении других людей, и вы соединяете это все вместе. И вот негативная сторона — это негативная сторона, позитивная сторона — это позитивная сторона. Так вот, позитивно, что вы будете делать сейчас? И это за вами, потому что ваш мир — это ваш мир, ваш мир — это не мой мир. Хорошо? Какой мир вы хотите увидеть? Хорошо?
И тогда просто вытащите свою книгу из-под дождя и начните ее вести. Мы поговорим об этом позже. Хорошо. Итак, мы где-то вот запаздываем на одно занятие, но это нормально, но мы догоним их. Следующие три занятия, они касательно Ламрима. Я люблю Ламрим, я люблю Ламрим, я люблю Ламрим. И мы посмотрим, как он идет в Инаю в течение следующих три занятия. Все шаги, как мы идем отсюда туда, как мы проходим отсюда до того существа, которое может делать все эти вещи. Спасибо большое всем, кто присоединился. Я очень ценю каждого из вас. Я реально вот очень ценю. Спасибо большое, Кэти, что ты стала амбассадором для ACI у Кэти. Прекрасный фон. Все ACI амбассадор. Все амбассадоры ACI, они помогают нам собрать средства. Если вы хотите нам помочь, то, пожалуйста, напишите мне или Але. Это очень весело, вы можете получить фон, вы можете хорошего вида создать зависть среди других людей. Хорошо, спасибо большое, давайте скажем пока. Gracias, maestro. Gracias, team. Thank you, team. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, team. Bye. Have a nice day. Have a nice day. Thank you. Buona so giornata. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Happy weekend. Pinsa beate source.